Накануне в Тольятти состоялся 12-й мемориал Анатолия Степанова, президента клуба «Мегалада» и основателя первой в Самарской области детско-юношеской спортивно-технической школы по спидвею. В этом году впервые в истории турнира организаторами было принято решение провести гонку в формате всероссийских соревнований среди юношей 12-15 лет. Участниками турнира стали 18 подрастающих спортсменов из Тольятти, Балаково, Салавата и Новосибирска. В результате, проиграв всего один из пяти заездов, уверенную победу в 12-м мемориале Анатолия Степанова одержал тольяттинец Семен Грехов, записавший в свой актив 14 очков из 15 возможных. Хоккейная «Ладья» одержала волевую победу над кузнецкими «Медведями». Стартовый период второго матча между «Ладьей» и кузнецкими «Медведями» оказался богатым на голы. К 16-й минуте сибиряки вели со счетом 3-0, но в концовке Андрей Лугунов и Степан Стышенко сократили отставание хозяев до минимума 2-3. Во втором периоде соперники обменялись шайбами. Сначала нападающий кузнецких «Медведей» Кирилл Шумилов оформил дубль, а затем свою первую за «Ладью» шайбу забросил Егор Филиппов 3-4. В третьем периоде Егор Плитин сравнял счет, но сибиряки вновь вышли вперед благодаря голу Демида Паничкина 4-5. Тольяттинцы отыгрались достаточно быстро, Стышенко оформил дубль 5-5. Овертайм ситуацию не изменил, хотя тольяттинцы 2,5 минуты поиграли в большинстве. Единственный точный бросок в серии буллитов нанес Филиппов, 6-5, волевая победа «Ладьи».